все года и века и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Не наматываешь, держишь конец вот так. Значит, и когда оно доходит до тебя, его выдергиваешь. Потому что если оно уйдет у тебя, от тебя в корму, то он превращается... Я понял, скорость движения судна еще. Да, да, скорость движения судна, плюс намотанная на руке шкиртик, и как бы все. До свидания. Посмотрим сейчас, как... Оп, оп, забор. Прозреем от черной полоски земли, наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Не-не-не, съем. Север волен, да, одежда, ужасно, страна без границ. Капитан. Снег Алексей без Григорьевич. Грязи, как да, долгая жизнь без вранья. Он, они нашли мне. Воронье нам не выкрыт глаз из глазниц. Это два профессионала. Потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть. На традиционное питание. Тем награда. Звонится до Виктора Юрьевича Веледина, руководителя станции сейчас. Как бы нам, есть какой-то канал связи, чтобы предупредить его о том, что мы через 6 часов будем? Нет, я ему тогда звонил по городскому номеру. В 15 милях от станции, в океане еще. На подходе к станции, в океане еще. Нам 6 часов еще идти до них. К теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят? Ну вот мы звоним, не отвечает этот номер. Если птицам положено только... У Алексея Львовича есть номер Веледина, но он не отвечает нам. И радист станционный тоже почему-то не отвечает. Вот под крыльями кончится лед. Нет, не связывались. И найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Я понял. Нам сиянье пока наблюдать не пришло. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук.
Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Вот боженька создал это, а? Вы представляете, если плохо себе будете жить, что в Антарктиде холодно, здесь тепло. Видите, здесь постоянно хожу так, потому что здесь жарко. И вот. Это видно, да? Все года и века, и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится. Значит, я здесь оказался от училища адмирала Макарова. Значит, у нас практика курсантов. Мы готовим специалистов для морского флота и, в частности, специалистов для освоения Антарктики и Арктики. Поэтому вот проводим занятия на яхте «Елизавета». А где побывали, куда сходили? Сейчас в этой экспедиции мы из города Ушуая ходили на станцию Беллинсгаузен. Пустотой мы их кормим из рук, но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Спасибо. Север, Воля.